Всем привет! Это разговор с Богом. Я ведущий Крутов Сергей. Сегодня я расскажу некоторые изометрические упражнения ЗАСа. Я уже вам показывал упражнение ЗАСа, когда над сцепим. Одно из них было. Сегодня мы будем пробовать сгибать предметы. Для этого мне понадобится какой-то определенный предмет. Я выбрал железный предмет в виде гвоздя и в виде металлической трубки от домкрата. Специальный подъемник. Сейчас мы будем пробовать это делать. Нам понадобятся также перчатки. Я решил перчатки, нужны для того, чтобы не пораниться. А так, в принципе, если хотите, можете пробовать и без них. Но я рекомендую даже лучше, даже не такие перчатки, а другие. Конечно, не получилось то, что одинаковые перчатки. В итоге приходится так. Ну, ничего страшного. Дело главное в другом. Вот этот предмет, который мы сегодня будем пробовать сгибать. Это металлическая трубка. Она, возможно, не полая внутри. Точнее, полая и не цельная, но стенки просто так не сожмешь, поэтому вот сейчас будем пробовать сгибать этот предмет. Как видите, у нас это удалось. Мелкие детали очень сложно разгибать. Вот так разгибается. Видите, я почти разогнул. Везде видите, конечно, это слишком. Не делайте это в попытке. Я это нужно тренировать.
Следующий этап. Маленькая гвоздь стальная. Почти прямой. Сделаем так, чтобы он был не прямой. Тут уже работа пальцами. Уже намного сложнее. Работают все те же жилы. Сейчас уже почти поранился. Почти все равно еще чуть-чуть мы добьемся результата. Но лучше работайте с другими перчатками, потому что здесь уже надо еще чуть-чуть согнуть, и тогда можно сгибать уже другими пальцами. Честно говоря, я уже шутка вспотел.
Зажимайте на запасе. Зажимайте дальше. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Я просто боюсь сейчас поранить, потому что перчатки не для этих вещей. Запомните одно, чем меньше. Как говорится, предмет, тем хуже его сжимать придется. Вот он, гвоздь. По сравнению с тем, что был, он был прямо разгибать таким же способом. Но я уже не буду разгибать, потому что и так уже чувствую где-то натыком гвоздя. Поэтому, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду показывать вам новые упражнения, новые ритуалы и много всего, что вы будете знать. На данный момент я вам показал, на что способно физическое тело. Удачи всем. Пока.